центре Архангельска в ДТП пострадал мужчина. Накануне на перекрестке Обводного и Садовой в лобовую столкнулись два автомобиля. По словам водителя «Фольксвагена», он двигался по Обводному в сторону Воскресенской. Я на моргающий зеленый продолжил движение, потому что мне затормозить было нереально. И со встречной полосы, поворачивая на улицу Садовую в сторону набережной, автомобиль, какой марки это, 14-й модели «Жигули», стал поворачивать в момент того, как я въехал на перекресток. У 34-летнего водителя отечественного автомобиля предположительно перелом бедра, ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. Водитель внедорожника не пострадал. Архангельские спасатели у поврежденных машин отключили аккумуляторы, чтобы избежать возгорания. Момент столкновения в районе Торцево-16 запечатлел видеорегистратор северодвинского водителя. Автор ролика на Митсубиси двигается по главной, по профсоюзной. По словам сотрудников ГИБДД, водитель «Фольксвагена» не предоставил преимущества. Пострадавших нет, ДТП произошло накануне утром. В Северодвинске судебные приставы арестовали Toyota Land Cruiser Prado. Кредитно-дорогостоящий автомобиль мужчина взял в Архангельске, затем перестал платить и переехал в Северодвинск. Игнорировал и требования о возврате автомобиля, но все же расстаться с иномаркой мужчине пришлось. Авто передали на хранение в банк для дальнейшей реализации. В Архангельске найдены нелегальные шубы. В одном из отделов продавались меховые изделия с грубым нарушением закона о маркировке товаров. На норковых шубах отсутствовали контрольные знаки, то есть чипы. Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области наложен арест на 24 меховых изделия, на которых отсутствовала маркировка. В настоящее время они опечатаны, и предприниматель предупреждена об уголовной ответственности в случае их реализации. Материалы прокурорской проверки направлены в контролирующие органы. Решается вопрос о привлечении предпринимателя к административной ответственности.